Вот здесь где-то наш домик. До конца маршрута 100 метров. Поехали. Такие, походу, домики. Нехило, нет? Ведь мы такое сняли, батенька. Обалдеть. Вон, ресепшн. Свободный номер, горят. Это наш, походу, в самом конце. Нормально, да? Здесь мы будем жить. Я останусь здесь, по линии пройдете. Так, а где мы жить будем? Вы блогеры, что ли? Да. Вы блогеры, что ли? Как приговор. Показывайте нам. Так, если курить, вот, начнется закрывание, от этой двери свой ключ у вас будет. Пойдемте, ведите нас. Завтрак нужны будут? Нет, наверное. Третий номер у вас. Третий номер, пойдемте. Пожалуйста. Пойдем. Посмотрим. Пойдемте с нами, не хотите? Ну, как мини-гостиница здесь. Вот наш номерок. И недалеко-то идти. Я так понимаю, картины, которые именно Суздаль что-то мне подсказывает. О, ну хорошо. Мне уже нравится, как чистенько. Так, смотрим. Я разуюсь. Столик. Окошко с видом. Батюшки, батенька, а ну врубай свет везде. Ну ладно, прилично. Фен есть, опять мы в твой привезли. Мой фен всегда мы привозим, потому что я без него жить не могу. Ну что? Ну, блин, неплохо. Так, какого-то рода второй этаж у нас есть. Говорю о цене. 11 200 это стоило. Сейчас. Класс? Класс? Ну. Сейчас, подождите. Ребят, поднимаюсь, вы же знаете, у меня уже возраст, я же не могу быстро. Ну, деревом пахнет, здорово, здорово. Окошко маленькое здесь, там получается, как будто бы у вас... И вот наша машина здесь где-то, вот она. Получается, внизу у вас есть обеденная зона, ну не у вас, а у нас. А на втором этаже у вас, у нас есть кровать. Вместо телевизора будем смотреть картину. А чё? Спальня нужна для того, чтобы спать. И давайте спустимся. Господи, не шандарахнуться бы. Я же вам нужна живая, здоровая, красивая. С целыми ногами и руками. Все. Мне нравится. Тебе нравится? Да, телевизор здесь есть. Телевизор здесь есть. Круто. Здорово. Пойдем.